ты слово какое-то опять будешь говорить. Да, шалом, как всегда. Друзья, всем привет! Привет, привет, привет. Привет. Всем привет. Сегодня 16 августа, 18.00 вечера. Мы с друзьями Олегом Васильевичем. Шалом. Шалом всем. Алексеем. Привет. Мы, ваш покорный слуга, передвигаемся в данный момент по Курской косе. Едем мы сегодня на 13 километр Курской косы в надежде половить камбалы. Получится? Хорошо. Не получится? Подышим морским свежим воздухом. Что из этого получится? Смотрите дальше. Не отключайтесь. Ни половить, в коем случае. Половить мы ее половим, но результат не гарантирован. Очень тепло и полный штиль на море. Но будет процесс, видно. Но процесс будет. Вы думаете, будет? Все? Все у нас впереди. Все получится. Ну что, друзья, едем. Едем, едем, едем. Едем к ней. Едем к камбале моей. Крайние пляжи Балтики, песок, народу вообще практически никого. Там. Вот девушка собирает янтарь. Вода же холодная. Саш! Ребенок купается, у тебя ребенок, Серег, закаленный. Балтийский, так сказать. Олег Васильевич очень быстро и умело разбирает свои волшебные снасти, которые, я надеюсь, принесут нам сегодня какой-то результат, какой-то улов. Фу-фу-фу, блин. Постучу по слэбам. Сергей Васильевич, он сегодня без снастей. Он сказал, я не буду эту камбалу ловить. Она мне не нужна. У меня от рыбы полна морозилка, говорит, забита камбалы и лососем. Холодная вода? Не очень. Не очень? Теплая? Ты закаленная девочка? Не очень. Не очень закаленная? Ну надо закаляться. Пусть папа возит тебя почаще на море, по вечерам купаться. Вода, наверное, теплая.
Ну, сейчас я тоже вечером пойду купаться. Пойдешь со мной? Не знаешь? Ну, что ты скромничаешь? Давай, я по телеку покажу. Лишь хотела в Ютубе быть, лишь канал свой хотела создавать. Вот вы же на вашем канале. Ну... папу заодно. Все семейство в сборе. Ну да. Как раз и проверим. Леш, смотри, у тебя фонарь такой какой-то прям это. Это против кабанов? Для. А, я кабанов, чтобы они знали, куда бежать, куда идти. Сами. Понятно. Маячок. Главное освещение. Ну да. Оснастки, фонарик. Так, друзья, вот такие вот остаточки. А? Грузила, один крючок. Так, здесь у нас второй крючок. И на них будет насаживаться... А, еще и третий крючок. На них будет насаживаться салака, креветка. Только салака и скумбрия сегодня. Скумбрия и секретная добавка инженера. Пробивка дна. Друзья, говорят, что на Балтике самые красивые закаты. Это точно, просто супер. Вот смотришь на море, шум прибоя, закат, белоснежные пляжи, которые просто не охватываешь взглядом. Широкие, чистые, просто здорово, просто такой кайф испытываешь. Ну что, Лёш, ты уже закинулся? Да. Три штучки будешь ставить или все? А у меня четвертая. Ну, сейчас пока три, потому что у меня оснастки тяжелые для осенней камбалы. А. Ты без колокольчиков, я, так? Я пока. Сейчас перевяжу, вот готовлю новый маленький крючок на сегодняшний крючок. Сейчас быстренько поводки навяжу, поменяю их, а потом посмотрю, еще четвертую поставлю. Ну, четвертая смысл. Сейчас все равно поклевка как бы не очень ожидаема. Еще не время для камбалы. Но если пойдет, то и четвертую не надо будет. Это так уже. Если сидеть, скажем, всю ночь, ставишь 4, ставишь там это, и сидишь, уже там балансируешь. Понятно. Больше, меньше, выше, дальше. А сейчас чисто. Ты так. Без колокольчиков? Пока визуально. Визуально видно пока хорошо. А я вообще не люблю колокольчики. Ну, я когда на фидер ловлю, я тоже колокольчиками никогда не пользуюсь. На Камсигале. Просто пока туда-сюда бегаешь, далеко сидим. Да, думаю, согласен, чтобы слышно было. Да, а да, здесь да. Как бы его видно, а на ночь лампочки ставим батареечные. Далеко видно. Всегда видно, когда поклевка. Ну да. Поэтому смысл. Камбала, если взяла, она уже не сойдет. Ее подсекать не надо. Она если заглотила, уже все. То есть она уже будет сидеть и уже никуда не денется. Поэтому как бы с камбалой проще, чем там. Ну да, Олег, там ножницы, раз, заглотился, освободил, конечно, и конечно. Все. Ну вот она тоже вот. Есть такой, если очень глубоко, чтобы крючок вытаскивать. Ну, экстрактор, угу. Да, раз затащил его. Понятно. Сейчас будем. Надо главное сейчас коробки поменять. Потому что сидят большие. Сейчас крючок там серьезно стоит. И треску может взять. Но сейчас трески точно нет, поэтому треска будет сентябрь, октябрь, ноябрь. Сейчас еще трески не будет. Ну ладно, будем ждать поклевок.
Если поклевка будет, буду орать песню. Да. Ну что, друзья, все уже снасти забросили. Все уже в ожидании поклевок. Августовской камбалы. Надежды, конечно, мало, что сегодня мы ее поймаем, но будем стараться. Ты куда? Я на рыбалку. Ты куда? Я на охоту. Ну ни пуха ни тебе, ни пера, чтоб у тебя, сволочь, тоже клево не было. Правильно, правильно. Саш, ты печку топить взяла, Полешка, да? Нет? Стрелять вон у нее там. А, пушка? Да. Супер пушка. Вон у нее. Патроны подноси, папа. Ну да, крутой. Все, давайте. Вы поехали? Да. Ну давай, Сереж. Мама, это Леха. Спасибо, что заехали. Не хвоста вам. Тренируйтесь. Я понял, тренируемся. У нас вроде как бы тоже одна поклевочка была. Я что-то не знаю, как вот это вот. Одна стоит, а вторая вот так. Одна, которая поменьше, которая сильненькая, она может на волне так играть. То есть ее выжидает сильную такую. А у нас, к сожалению, что-то было такое вот. Я как-то не стал, продернул. Ну вы кричите, если что. То же самое. Пока тишина. Тепло, водичка теплая, мы к берегу не подходим. А, то есть если вода холодная, то она подойдет к берегу. А. Своя специфика. Понятно. Самое лучшее сентябрь, октябрь, ноябрь. В октябре-ноябре треска к берегу подойдет. Ну я видел на это сам на рыбалочке, как ты вылавливал-то, выкладывал коса там и что-то еще такое было, да? Я быстро убрал. И сказался, что вытопчет всю косу. Я понял. Леш, у тебя с комфортом, ты как в шезлонге. Практически лежишь. Ну что, поклевочек пока нет. Должно быть полным. Ну да, 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 согласен. Согласен. Что у тебя трава? У тебя... А это я, когда забросил, положил на воду, получилось место лежало. Ага. Потом, когда начал подтягивать, поднимать, возле берега трава. Угу. Вот эта трава поднялась вместе с леской. Ну, ничего страшного, если будет поклевка, в любом случае будет видно. Ну, да. Уже не стал просто перебрасывать лишний раз. Прикормку сбивать не хочется. Да. Все. Салака, скумбрия, навес, золото. Да, да. Если не поймаем, сами есть будем доедать. Да. Да. Вон тучки идут. Ну да, я уже видел. Значит, погода меняется, давление меняется, волна может подниматься, почва будет за счет ветра, и уже тогда чепушить будет дно, и камбала будет, когда идет к берегу кормиться.
Так что еще. Сейчас тут солнышко только село, поэтому ждем. Ну ладно, я просто думаю, сейчас пройду, пробегусь, пока еще не это самое, не совсем темно с камерой, да. Еще разок, потом с фонариком уже буду ходить, подсвечивать. Как, что, у кого дела. Ничего. Ну, надеемся и верим. Без этого как жить? Да. Нет, по-моему, что-то есть небольшое. Ну, покрывка явная прям была, прям. Да, да. Есть что-то, по-моему, маленькое сидит. Угу. Извини, я так на тебя посвечу, да так ничего, это. Ничего, ничего. А то не видно будет. Ничего, вот она. Вот она, первая камбала. Ну что, мастерство, ну не пропьешь. Как говорил мой товарищ, опыт, как половое бессилие, приходит с годами. Так. Друзья, у нас первая камбала у Олега Васильевича. Такая упитанная. Да, практически. Это уже осенняя. Она небольшая, но вполне съедобная. Уже пухленькая, пухленькая. Толстенькая, жирненькая. Заглотила опять по самой небольшой. Самой небольшой придется резать. Да. Даже если бы захотел отпустить, уже не получится. Понятно. Ну что, достаем. Глазы какие. Ох ты. Матерая. Ну ладно, я это показывать не буду. Да, это жесть. Вот. Так-то. Мне не нравится. Друзья, первая поклевочка. Вот, наверное, я вот так себя посвечу. Олег Васильевич обрыбился. Ну, мы тоже очень хотим поймать камбалу. Так, друзья, ловим мы сегодня на скумбрию салаку. Вот это скумбрия, это салака. Сейчас мы перенасадим наши насадочки, наши крючочки. Вот. Как бы вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. И закидываем. Ручки вытрем. И забросим. Опять там же. Друзья, еще одна камбала у Олега. У меня пока ничего. Ждите, сейчас пойдет. Да, осторожненькая поклевочка. Опять заживала до самой задницы. Отлично, отличная рыба, отличная. Друзья, время 12 час ночи. Уже где-то час назад начал накрапывать мелкий дождик. Не прекращается. После поимки Олегом Васильевичем двух камбал у нас с Алексеем поклевочек так и не было. Хотя при перезабрасывании крючки, наживка у нас сегодня скумбрия, постоянно обсосаны. То есть это или, скорее всего, это песчанка мелкая или мелкая камбала обсасывает. Хотя песчанка является пищей для камбалы. Ну и как бы сейчас уже принято решение. Сейчас будем потихонечку сворачиваться и ехать домой. Рыбалка сегодня у нас не очень удачная, но вот чистый воздух, закат, это многого стоит, вот честно говорю. Друзья, наша рыбалочка сегодняшняя на Курской косе на камбалу закончена. Закончена. Закончена она, так сказать, ну, мы рыбу поймали. Вот этот ура! Товарищ, да, обрыбился двумя рыбами. Мне стыдно. Вот, мы, к сожалению, с Алексеем сегодня, ну, так вышло, что мы ничего не поймали. Главное не победа, главное участие. Главное участие, да. Но зато мы надышались морским воздухом. Например, я. Вы-то здесь местные, а я это супер.
Ну, сейчас приедешь домой, от вас будет так йодом пахнуть, жена выгорит. Да, море, да. Морем пахнет. Да. Скажи, ты куда шел? Ну, теперь скажите мне честно, вы же сюда поперлись из-за меня. Мы сюда поперлись. Мы сюда давно уже собирались перепереться. Ну, вы знали же, что сейчас не сезон. Да, мы знали, что не сезон. Честно. А вдруг сезон? Ну, надо было. Я уже давно уговаривал Васильевича приехать. Он все тут так. Ну вот, Паш приезжает, едем. Я говорю, все, уговорил. Спасибо вам большое, что уделили мне время. Приходите еще всегда, пожалуйста. Спасибо. Все, ребята, всем не хвоста, не чешуи, чаще выбирайтесь на рыбалку. Нас ждет рыбалка номер 3 послезавтра. Треска. Треска, да. Море. Думаю, что-нибудь поймаем. Там будет что-то. Ну, не поймаем. Будет все равно удовольствие. Да нет, треску поймаем. Поймаете. Море поймаем. С Валерой поймаете. Ну, все. Всем пока, ребята. Пока. Пока.